Damn, you're so fine. Байдарки, да, называется это, кажется, вид спорта, байдарки. Ой, две женщины, девочки, плывут. Тренер, наверное. Почему они приплыли сюда? Сижу, загораю. Сегодня пришла после недельного перерыва, проснулась вся мокрая и решила сбежать. Будила мужа, но он был небудим. Проснулся, перевернулся на другой бок. Вот и вся его история. Сегодня у меня такой день, я жду гостей. Буду печь рыбу. Вот. Буду готовиться. Ну так вечер. Вот такой у нас будет гости из России. Здесь они живут. Квартира у них здесь. Это что пошла туда? Интересно. Девочки молодцы тоже. Тренер приплыла. Интересно. Вот, мои дорогие, такие новости у нас. Я сижу, загораю, сейчас пойду домой. Кибарю, спать хочу. Ой, благодарю Вселенная за все. Вот мой трансферинг. Надо хоть почитать одну главу. Так же нельзя, правильно? Надо почитать обязательно. Что такое гимнастика? Надо посмотреть, что за гимнастика. Я иду такая на расслабоне. Засыпала там на пляже. Еле взяла себе в руки. Вот трансерфинг в руки взяла. Почитала 5 листов с усердием, с усилием. И в итоге заснула. Глаза закрываются. Почему мне такие это... Бабульки такие, да, пенсионеры здесь. Иностранка видно. Иностранка на турецком говорит. Много есть людей, которые приезжают сюда ради такого климата из Европы и остаются здесь жить. Учат язык, чувствуют себя замечательно. Знаете, я тоже очень счастливый человек, потому что я оказалась здесь, да, и люблю свою родину, Грузию. Просто сейчас живу воспоминаниями. Так я хочу купить там квартиру, где мы будем только жить со Шкрымом. Приглашать в гости моих внуков. Вот. Мою семью, детей. Купить огромную квартиру. А, знаете, есть некоторые, не знаю, хейтеров вызвать или... Несчастные люди, скорее всего, которые постоянно тычут меня, хотят уколоть, упрекнуть. Знаете, в чем? То, что я рассказываю о своем бизнесе, они соответствуют. Это они хотят сказать. Пишите, рыба продается здесь. Мне сегодня нужна рыба. Я сегодня приглашаю, сейчас узнаю цена, сколько.
В Мигросе была, говорит, за 140 лежала. Это рыбалки. Балык не когда? Балык. Не когда руки чук балык? В общем, узнала я цену 150 лир. Не знаю, блин, нужно было взять или нет. Как раз много с собой не беру этот кошелек, но 200 лир было, в принципе. Какая-то рыба неизвестная. 150 лир. И кефаль тоже. Ой, даже не знаю. Может, надо было кефаль взять. Кефаль вкусная, в принципе. Вернуться или нет. Но можно здесь купить в любое время. Уже все, возвращаться не будем. У нас сегодня в программе чупра. Вот, и я, знаете, продолжаю тему о том, что подписчица и многие тоже пытаются меня обидеть. Я не обижаюсь на вас. И потому что я не собираюсь... Вы должны жить по-другому. А я никому ничего не должна. Кому я должна? Я вам точно не должна. И никому не должна. Откуда вы знаете, в чем я, моя ценность? От чего я получаю удовольствие? А жить для других, чтобы в красивом доме и с мебелью все. Зачем мне это нужно? А вы не понимаете, мои дорогие зрители, хейтеры? Вы не знаете законов турецких? Вы законов турецких не знаете? А я знаю. Поэтому я не вижу смысла. Не вижу смысла тратить свои деньги на то, что может быть у меня отнято когда-то. Вот и ответ на мои, на ваши хейтерские вопросы и подколки. Я иду и наслаждаюсь этой красотой. Ну как же красиво. Ну какие же они красивые, эти цветы, а. И вообще все так красиво. И как это все ценно. Ой, как я люблю то, что сейчас вижу. Благодарю Вселенной за все. Грузию обожаю просто. Я когда туда приезжаю. Сейчас у меня планы изменились. Рассказывала я или нет, я не помню. Ой, как дай Бог, чтобы все было хорошо. Детей привезут нам в Турцию. Вот. Другая бабушка их должна встретить. Дай Бог, чтобы все получилось. На самолете привезет их до Стамбула. А потом там на автобусе дети побудут с ней какое-то время. А потом я поеду за моими внуками Сашкемом. Она сказала, я привезу в Мерсин. Я говорю, нет, я хочу поехать в Стамбул. Хочу в Стамбуле пошляться с мужем, пользоваться этой возможностью. Да, почему бы не использовать эту возможность, если есть такая возможность. Вот что-то хочется мне путешествовать. Вот, поэтому сейчас я все хочу в это время, пока у меня есть... использовать с пользой. Вот эта нумерология просто меня очень удивила своим масштабом и глубоким раскладом. Вы знаете, мои дорогие, я вот в принципе хотела для себя и для своей семьи узнать кое-какие нюансы. Предназначение мое. То, что я делаю, сейчас занимаюсь бизнесом онлайн, это все мое. Блогерство, это все мое, все мое. И мне нужно было обязательно уйти из найма. И мне нельзя работать в найме, потому что я единица, я королева, я лидер, я первая везде. Что-то собака. Под машиной напугалась.
И сегодня последний день Байрама, сказали. Да. Так вот, я первая везде, и то, что происходит со мной. А в отношениях с мужем у нас шестерка стоит. И знаете, как это правильно все? Потому что шестерка – это про нелюбовь к себе. Почему мне встретился мужчина такой? Потому что, когда встретился, я была толстушка. Толстушка здесь. И вообще всю жизнь я набираю очень быстро и худею. Постоянно я всю жизнь на диетах, сами знаете. И вот мой муж, он относится к таким людям по цифре шестерка у него. Шестого родился, именно красивый, красивый человек, да. Такой симпатичный мой муж, что вы скажете? Вот идет прямо, я прям балдею, вот, тащусь, мой красавчик. Я всегда, когда его увидела, его имя было красавчик. Так вот, и в душе красавчик, и снаружи. И он мне встретился не зря. То есть, если у нас сейчас с ним гармония, значит, не зря. Этот человек, который рядом с тобой, хочет видеть женщину-конфетку, ухоженную, и это. Поэтому он любит, когда я красиво наряжаюсь, и просто не может мне ни в чем отказать. И вот он всем мне, может, знаете, не делает никогда комплименты. Ты красивая, ты такая это, ты такая это. А вот всем остальным говорит всегда, рассказывает, что она никогда не выйдет в магазин, не накрасившись, всегда в порядке, всегда это. Везде все рассказывает, потому что все, да, ему делают комплименты, какая я красивая. Вот вчера мы были в Марке, в этом Мави зашли. Продавщицы просто его одарили мне комплиментами. Вы понимаете? И потом это... А ему так нравится, и он мне все там почти перекупил. Что если бы я ему не остановила и не знала норму, я на что бы показала, он бы мне все купил. Понимаете? Вот, поэтому у кого шестерка в отношениях, нужно использовать эту возможность. То есть вот такой расклад. Ну а если вам интересно, какая у вас цифра в отношениях, я могу вам даже посчитать. В личку напишите мне. Вот, за донаты. Если вам интересно. Но это работает, мои дорогие. Я сейчас думаю, зайти мне в Юзбир или не зайти, или нет, Манав. Мне надо Манав. Рыба здесь в Юзбире все равно нет, а я хочу роколу вот это все купить. Помидорчики, если открыты. Вот. Всем привет, мои дорогие. Перед вами черепаха тортила, как многие говорят. Как я полюбила вот эти сережки прозрачные с Эпикьёль. И одеваю их под каждую одежду. Почему здесь так сделали, как интересно? Смотрите, накрыли все. Так вот, мои дорогие, мы идем к зубному. Я несу ему деньги, 10 тысяч лир. Вот, и 5 тысяч останется. Надо же делать мои импланты. И Ашка ему также. Ашка вчера вообще мост упал. Цирк. Идем с Ашкемчиком. Как я вышла с подъезда, там женщины сидели. Он смотрит на меня. Я говорю, ты что, меня не узнал, что ли? А ну вот так сделай, Ашкем. Я вот так вот вышла, и он смотрит на меня, говорит, я подумала, это ты турист. И женщины тоже думали, что я турист. Руссо туристо, итальяно туристо. И наш дом, безимая Вашка. Мечта наша. Парад. Да, мы столько монеточек бросили в этот, ну, наш будет. Села я на пенек, съесть пирожок. Муж пошел платить, купит мне соду и сигареты себе. Вы знаете, я давно не рассказывала о сигаретах, да? У меня уже ушла такая... Алкосус, не кадар? Не кадар, а? 45? Вау, гюзель! Мы сейчас увидели здесь безалкогольное пиво. 45 лир, так интересно. Очень интересно. Мы в гостинице-то, когда отдыхали, в Кемере увидели. А сейчас вот впервые здесь увидел. Друзья мои, смотрите, что я хочу вам рассказать. Я вам, помните, раньше говорила, что у меня была такая проблема с сигаретами.
не могла терпеть. Сейчас уже это все параллельно абсолютно. У меня нету тяги к сигаретам. Все, мне кажется, я победила. Победила эту привычку. Я так горжусь. Зубки побелели, начинают белеть. Мы сейчас, завтра мы записались на рандеву. Я 10 тысяч заплатила, лир. Вот. У мужа тоже там еще долг 10. У меня остался 5. А что вы думаете, эти деньги тоже, как говорится, много, да? Хотя я очень много трачу вот так вот, на еду, да, на все. Мы так тратим с мужем вообще. Уже бы эти деньги, уже 5, все зубы переделали. Мы любим тратить, тратить, так. Так вот, пошли и зашли сейчас в Юсбир, купили вот жидкое средство. Жидкий порошок купили, да? Для цветного белья. Посмотрим, как и что. Раньше я пользовалась когда-то, а потом мой муж перешел, приносит уже готовые по 5-10 килограммов. И вот, и к сигаретам я равнодушна абсолютно. Вот. Алгенч, что дайте? Это шикюре де Римбертане. В общем, идем и кайфуем с Ашкимом. У моей внучечки сегодня Ирмочки день рождения. Сигестерди. Он чанта, или? Чанта. У моей Ирмочки день рождения сегодня. Они пошли в Макдональдс. Ой, потом расскажу, покажу скоро ваших моих внуков.